До конца этого года Даугавпилсское самоуправление должно подготовить пакет документов и провести технические изыскания для начала реализации амбициозного масштабного проекта по строительству регионального аэропорта Даугавпилс. Для этих целей из государственного бюджета было выделено 100 тысяч евро. Это первый этап. Второй предусматривает разработку технического проекта. Но если одних эта новость обрадовала, поскольку впервые государство финансово поддерживает проект, то другие до сих пор не верят в его успех и отмечают, что камнем преткновения на пути его реализации может стать военный полигон Межа Мацкевича. Я тоже слышал такие вопросы, что вот если Даугавпилс захочет развивать свой аэродром, да, или не будет ли полигон этому мешать. Я думаю, это тотальная глупость. Конечно, не будет мешать, потому что, в первую очередь, дистанция и, как это сказать, тоже направление совсем другое. Второе, если Даугавпилс хочет развивать этот аэропорт, то они должны даже просить нам свою, скажем так, помощь, потому что аэропорт может жить как раз из-за того, что наши национальные военные силы тоже смогут его использовать. Как известно, в ближайшие 5 лет Министерство обороны планирует модернизировать военный полигон и значительно улучшить его инфраструктуру, в том числе мосты и подъездные дороги. И как подчеркнул министр обороны Артис Пабрикс, реализация одного проекта не помешает реализации другого. Мы знаем, что Адажский полигон, который реально большой полигон, не такой, как здесь, он самый большой в Прибалтике и самый лучший и квалитативный в Прибалтике. Если по таким стандартам, как вы там эти факты неправильные слышали насчет межемацковичев, если вы бы это относили к Адажскому полигону, тогда ни один самолет не мог бы садиться тоже на Рижском аэропорте. Но, как мы знаем, AirBaltic – самая большая авиакомпания в Прибалтике. Напомним, в феврале 2020 года проект по строительству регионального аэропорта Даугавпилс был внесен в Национальный план развития государства. Сейм принял изменения к закону о Латгальской специальной экономической зоне. Одна из поправок предусматривает следующее. Если были созданы новые рабочие места, то выплаченную заработную плату теперь можно будет считать инвестицией. Следовательно, предприятие сможет получить налоговую льготу на прибыль. Вторая поправка расширяет границы Латгальской специальной экономической зоны, предоставляя возможность предприятиям, которые сегодня работают за ее пределами, продолжить свою деятельность и на ее территории. А также те компании, которые начинали свою работу на территории СЭС, теперь смогут развивать свой бизнес и за ее пределами. Следует отметить, что в своем решении парламентарии были единодушны, и разработанные поправки к закону о Латгальской СЭС были поддержаны единогласно. Инициатором этих изменений изначально выступал председатель Совета по надзору за Латгальской СЭС Янис Лачпльсис, а также Латгальский регион планирования и Алдес Адамович и я. На протяжении 2-3 лет мы постепенно продвигали этот проект и шли к поставленной цели. Наконец-то он прошел все 3 чтения и вступит в силу после подписания его президентом страны. Я уверена, что и существующие, а также новые поправки успешно будут работать в Латгалии, изменяя предпринимательскую среду с учетом налоговых льгот. До недавнего времени это были только налоговые льготы на прибыль и на недвижимость, а теперь инвестиции будет считаться и заработная плата. Таким образом, мы создаем основу для прихода в Латгалию на территорию нашей специальной экономической зоны бизнеса, связанного с высокими технологиями. Председатель парламентской бюджетно-финансовой комиссии Мартинш Бондарс был один из тех, кто продвигал эти поправки в министерских кабинетах и в парламенте. И без его участия точно достичь такого результата было бы крайне сложным. Мы приняли закон для того, чтобы Латгалия и Латгальская специальная экономическая зона также стали бы территорией для создания предприятий с высокими технологиями, для развития которых необходим интеллектуальный потенциал. Только так мы сможем удержать в регионе молодых, перспективных, высокообразованных специалистов, которые сегодня, к сожалению, стремятся уехать за границу. Поэтому я очень рад, что депутаты Сейма поддержали наши поправки к закону о Латгальской специальной экономической зоне. Руководитель Латгальской специальной экономической зоны Ивета Малена Табуна подчеркнула, что в самое ближайшее время в работе СЭС начнется второй этап развития, и те возможности, которые будут доступны для предпринимателей, будут обязательно востребованы.
конечно, мы сейчас будем очень активно работать, вот именно, чтобы привлечь новые инвестиции именно тоже в сфере IT, вот именно, чтобы инвесторы приходили, чтобы мы думали про такие рабочие места, которые высокооплачиваемые, и, ну, скажем, чтобы наша молодежь оставалась тут на месте, были эти рабочие места, потому что новые эти правила, они подразумевают, что человек должен быть декларированным в Латгалии. И то есть это значит, если есть заработная плата, значит налоги тоже пойдут в самоуправление. То есть это, ну, хорошее. Но тут опять это будет решение предпринимателя. Или он будет инвестировать и делать новые рабочие места и двухгодичные заработные платы относить как инвестицию, или он сможет, ну, скажем, нам подавать бизнес-план и, скажем, это инвестиции в основные средства. Латгальская СЭС была создана в январе 2017 года, и на сегодняшний день заключено 26 инвестиционных договоров на сумму 20 миллионов евро. В понедельник на внеочередном заседании Думы депутаты рассмотрели вопрос о снятии ограничений на льготный проезд в общественном городском транспорте для пенсионеров. Решение было положительным. Таким образом, с 19 мая даугавпилские сеньоры вновь смогут ездить в трамваях и автобусах бесплатно. Помимо этого, данное решение также предусматривает возобновление льготного проезда в общественном городском транспорте по воскресеньям и в государственные праздники. А это значит, что в эти дни проезд в трамвае и автобусе будет стоить 25 евроцентов. Напомним, на прошлой неделе льготы на бесплатный проезд были возобновлены для учащихся 9 и 12 классов, а также членов многодетных семей. Следует отметить, что согласно решению правительства, для ограничения распространения коронавируса COVID-19 в городском общественном транспорте наличие защитной маски, которая закрывает рот и нос, обязательно. Ее альтернативой могут стать шарф, платок или салфетка. Спустя полгода после завершения строительства двухуровневого путепровода Смилтон-Смалу-Варшава-Смилшу объект принят в эксплуатацию. Государственное бюро по контролю за строительством, завершив очередную проверку объекта, пришло к заключению – ездить по нему можно. И уже 19 мая, то есть сегодня, по путепроводу началось движение машин. Таким образом, то, что не смог за 6 месяцев сделать председатель городской думы, сделала исполнительный директор думы Сабина Шнепста, приступившая к исполнению своих обязанностей только 2 апреля и которая справилась с порученным ей заданием ранее установленного срока. Следует отметить, что на сегодняшний день реализована лишь первая часть масштабного проекта, начало которому было положено еще в конце 80-х годов прошлого столетия. Уже тогда речь шла о соединении улиц Смилшу, Статес и Кандавас. В противном случае цель проекта – разгрузить транспортный поток на улице 18 Новембра – не будет достигнута. Но, как отметил мэр Андрей Элксниш, сегодня работа по подготовке и реализации второго этапа проекта самоуправлением не ведется. Никакие работы по продолжению путепровода не идут. Для второй части реализации этого проекта необходима проектная документация. Для разработки второй части проектной документации проводилось несколько закупок, в результате которых в предыдущие годы они показали существенное удорожание. Сегодня я распоряжусь коммунальному управлению начать закупочную процедуру для выявления проектировщиков, которые могли бы начать реализовывать вторую часть данного проекта. Надо было позаботиться о том, чтобы те правящие партии, которые не раз уже сулили финансирование на продолжение данного проекта, начиная еще с 2017 года, выполнили бы свои обещания. И тут важно, чтобы мы поработали бы все действительно вместе в данном вопросе, для того, чтобы финансирование это получили бы. В свою очередь, первый вице-мэр городской думы Янис Лачприсис считает иначе. В интервью ЛРТ+, он отметил, что подготовительная работа для последующей реализации второго этапа проекта проводится. Просто председатель самоуправления об этом не в курсе. Сегодня можно сказать с большой уверенностью, что проект будет продолжаться, что завершение с выходом на улицу Кандавас будет построено, потому что
Мы поработали с правительством, со всеми политическими силами. И на следующий период планирования, в общем-то, финансирование для нашего города, для реализации этого проекта закладывается. Поэтому можно приступать сегодня к техническому проектированию, и, ну, чтобы мы были в стадии повышенной готовности к началу строительных работ, когда окончательно решатся вопросы финансирования. 22-й год, наверное, оптимистические сроки начала строительства. Напомним, срок сдачи в эксплуатацию построенного в рамках первого этапа проекта путепровода переносился неоднократно. Одной из причин было несоответствие строительных материалов в звукоизолирующей стене, а также основных конструкциях, заявленных изначально в закупочной документации. Для справки, строительство объекта началось в 2017 году, и стоимость его работ составила 13 миллионов евро, из которых 7 миллионов 650 тысяч – это финансирование, полученное из еврофондов, чуть более 2 миллионов евро составляют государственные дотации и 3 миллиона евро 300 тысяч – это доля самоуправления. В начале апреля этого года правление Латвийской Федерации Футбола обратилось в самоуправление Даугавпилса с требованием вернуть 235 620 евро, вложенные в проект по модернизации стадиона «Эспланада». По мнению Федерации, Думы не выполняются условия заключенного ранее договора. Следует отметить, что изначально в соглашении был пункт, согласно которому самоуправление должно выполнить все взятые на себя обязательства только после получения средств из госбюджета. Но из-за кризиса финансирование данной программа была приостановлена, о чем и была проинформирована Латвийская Федерация по футболу. Мы, с одной стороны, вложили довольно большие деньги в этот проект уже. Да? Во-первых, это 300 тысяч государственных денег. Да? Можно сказать, если город на спорт особо последние года на инвестиции по инфраструктуре не получали, то на футбол эти 300 тысяч были вложены или на эспланаде. Плюс еще деньги самоуправления, плюс поле, которое подарила федерация. Но окончание проекта, в принципе, проектная документация показала, что для того, чтобы закончить, нужно еще более 1 700 000. Да? Таких денег просто, ну, в кризисной ситуации, как мы поясняли, уже у нас просто в бюджете не было, тем более есть соглашение, которое конкретно говорится, что второй этап будет закончен, когда мы получим государственное финансирование. Янис Докшинский отметил, что в ближайшее время самоуправление направит письмо в Министерство образования и науки, а также Министерство финансов с просьбой дать ответ на вопрос, можно ли продолжать реализацию данного проекта с учетом имеющихся возможностей. Кроме этого, городская дума планирует пересмотреть сам проект, поскольку вкладывать почти 2 миллиона в территорию, на которой нереально создать большой современный стадион, это нерационально. Уже сейчас рассматриваем возможность пересмотреть, скажем так, объем реализации данной второй очереди, соответственно, с федерацией, достигнув компромиссов по тому, какая она должна быть. Согласуем, после этого, я думаю, что у нас все возможности действительно данный проект или закредитовать, или посмотреть другие источники финансирования, но судиться по данному вопросу я не вижу никакой, скажем так, перспективы, потому что городское самоуправление, исходя из тех обязательств, которые оно на себя взяло, в данном деле проиграет. Тем не менее, муниципалитет призывает Латвийскую футбольную федерацию сесть за стол переговоров. По убеждению первого вице-мэра Яниса Лачприсиса, Дума выполнила и перевыполнила все взятые на себя ранее обязательства. Тем более, учитывая тот факт, что с улучшением инфраструктуры стадиона Даугавпилсский олимпийский центр пытается увеличить цену за использование этого поля воспитанниками городской спортивной школы. Не завершать этот проект в таком или в другом виде, ну, в нормальном виде, да, смысла нет, но появился интересный этап, момент появился. Чем больше мы вкладываем деньги в футбольный стадион, чем выше цену за его пользование нашей спортшколе пытается предоставить Даугавпилсский олимпийский центр. А что они захотят, когда мы вообще достроим стадион? Причем они туда ничего не вкладывают. Так что параллельно надо решать и эту задачу. К слову, в середине апреля служба госдоходов провела обыски в помещениях Латвийской Федерации футбола. Уголовный процесс был начат по подозрению в нарушениях и введении статистики и бухгалтерии, уклонении от уплаты налогов, легализации преступно нажитых средств. А в марте этого года Латвийская Федерация по футболу была лишена статуса общественной организации из-за допущенных нарушений нормативных актов.
На сегодняшний день статус Латгальской специальной экономической зоны имеют 15 предприятий. Заключено 26 договоров, объем инвестиций которых составляет 20 миллионов евро. Но в ближайшее время эти показатели увеличатся. Сейм принял новые поправки к закону о Латгальской СЭС, которые предлагают предпринимателям новые возможности развития. Латгальская специальная экономическая зона, она работает с 2017 года. И, конечно, определенные результаты есть. Но если смотреть в будущее, то нужны дополнительные меры, чтобы создавались здесь рабочие места, высокооплачиваемые, куда привлекались бы очень квалифицированные специалисты. Данные поправки позволяют выплаченную заработную плату на вновь созданных рабочих местах считать инвестицией, а значит на нее получать льготу по налогу на прибыль. Вторая существенная деталь – это то, что мы не только заглянули в будущее, мы и перешли границу Латгалии. Сегодня предприятие, которое работает, получило статус Латгальской специальной экономической зоны, не могла работать за пределами Латгалии. С этими изменениями она сможет открывать свое производство и за пределами Латгалии. И точно так же наоборот, предприятия, которые не на территории Латгалии, не могли получить статус специальной экономической зоны, теперь они могут размещать здесь производство. Как и ранее, так и сейчас в своем решении парламентарии были единодушны, и разработанные поправки к закону о Латгальской СЭС поддержали единогласно. Нас очень, конечно, поддержало, во-первых, Министерство регионального развития. В свое время эти поправки поддержал в то время министр Каспар Герхардс. И сейчас, конечно, Юрис Пуце. Но в основном тоже мы чувствовали, в первую очередь, это рвение как бы наших политиков. И, ну, в первую очередь, это Янис Лачпласис, потому что возглавляет надзорный совет специальной экономической зоны, а также и наши председатели Латгальского региона планирования Гунар Супенекс. И, ну, то есть тут было очень много работы. Мы сейчас будем очень активно работать, вот именно, чтобы привлечь новые инвестиции именно тоже в сфере IT, вот именно, чтобы инвесторы приходили, чтобы мы думали про такие рабочие места, которые высокооплачиваемые. И, ну, скажем, чтобы наша молодежь оставалась тут на месте, были эти рабочие места, потому что новые эти правила, они подразумевают, что человек должен быть декларированным в Латгалии. И, то есть, это значит, если есть заработная плата, значит, налоги тоже пойдут в самоуправление. То есть, это, ну, хорошее. Но тут опять, это будет решение предпринимателя. Или он будет инвестировать и делать новые рабочие места, и двухгодичные заработные платы относить как инвестицию, или он сможет, ну, скажем, нам подавать бизнес-план и, скажем, это инвестиции в основные средства. Для справки, в течение последних 3 лет на территории Латгальской специальной экономической зоны было создано 115 рабочих мест. В перспективе создания более 150 новых вакансий. Мэр города Андрей Элксниш не видит в претендентах на пост главы социальной службы Даугавпилса реальную кандидатуру, которая смогла бы возглавить данную структуру муниципалитета. У меня мнение, как у руководителя самоуправления, как у депутата городской думы, который тоже надо будет голосовать по определенным кандидатурам, ну, скажем так, есть возможность поискать кандидатов намного лучше. Напомним, уже 1,5 месяца прошло с того момента, как Дума завершила прием документов от желающих возглавить социальную службу. В настоящее время конкурсная комиссия, которую возглавляет Валерий Кононов, изучает представленный пакет документов 3 из 4 претендентов. Но с учетом сказанного мэром, скорее всего, будет объявлен повторный конкурс.